есть у ивановских мотоспортсменов такая традиция. После новогодних праздников встречаться на гоночной трассе и выжимать всю дурь из своих железных коней. В минувшие выходные такие масштабные соревнования прошли в Шуйском районе. Сегодня у нас представители из 7 регионов, 25 городов и 118 участников. День для мотокросса, как говорят сами участники заездов, просто идеальный. Все как у Пушкина, мороз и солнце. Трасса протяженностью 2640 метров с крутыми поворотами и трамплинами. Зазеваться не получится. Каждый круг – чистый адреналин. Заезды проходят по классам в зависимости от объема двигателей мотоциклов и опыта спортсменов. На трассе как начинающие гонщики, так и участники со стажем. Андрей – участник из Шуи, можно сказать, ветеран мотоспорта. Соревнования для него – это каждый раз праздник, но и титанический труд тоже. Я просто им занимаюсь с детства, и поэтому я не знаю. Ну, для меня это все, это хобби. Это развлечение, это труд, адский труд, чтобы конкурировать в борьбе. Победа для мотоспортсменов – это не только медали, но и опыт. С каждым заездом участник повышает свое мастерство управления. Эти навыки пригодятся гонщикам совсем скоро. Сезон зимних мотосоревнований только начинается. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.